Всем привет! И в этом видео буду снимать реакцию на А4. Видео под названием «Белая еда vs черная еда челлендж». Погнали! И всем привет, меня зовут Влад. Это видео не в тренде, хотя оно вышло, когда один нат вышел. Так. Ну ты, Жорис, замажьте его. Короче, мы решили снять сегодня ролик, который называется «Белая еда и черная еда». Сейчас мы отправляемся в большущий дубайский магазин по еду по алфавиту. На А – белую черную еду, на Б – черную еду и так далее. Мы сейчас в Дубае, здесь очень много разных вкусняшек, которые мы вообще никогда не видели и не пробовали. Этот ролик будет очень интересным. Я даже ради этого ролика волосы в белый покрасил, прикиньте. Да. Лайк заслужил. Неожиданно как-то. Постарался. Ну что это, давай, заводи машину, а я тут еще кое-что попью. Перед тем, как начать смотреть этот ролик, конечно, нужно подписаться на канал. Именно твоя подписочка, вот ты реально именно вот моя, твоей подписки не хватает. Ну ты вот сидишь ролики без подписки смотришь, ну да, чтобы именно ты, вот именно ты подписался. Вообще, если честно, последний, кто не подписался на канал, лайк, магазин. Ну что, ребята, добро пожаловать в магазин. Ник смотрит прямо на свои выключи. Давай, короче, да. Дубай очень классно. Ага, Ник смотрит. Белый кокос. Да, это не кокос. Может это... Также, ребята, имейте попали, мы пока... Так что, в другой раз уже грубо подпиши, подписка на 5 раз за видео. Я прошел буквально 2 метра и нашел такую, которая... Ого, попкорн. Ребята, черный трюф. Возьму энергию. Чего их только в магазине? Китайская Орео, какая-то вода данная. Вообще, хуй пойми чего. Они же живут в Москве, а не в Минске. Там, конечно, в Москве-то много чего странного из продуктов в магазинах может быть. И нового. Китайский чё купаешь, что? Пойду кое-что ещё куплю, пойдёмте, ребята. Прикольно. Мы возьмём отсюда только шарики. Так же, ребята, посмотрите! А-а-а. Не в Дубае. Тогда... да, нет. Лука, не подпишись. Чё, это ММДН, что ли, тип? Что? Ну, пробуйте. Скитл, как будто это шкабывалка во рту. Ого, да, шипучка. Не скитался. Скитл шипучка. Вот так вот. Чё меня обманули, они обещали, что водичка тоже будет чёрная. Я очень серьёзно на букву В. Ты сейчас такой, что? Белая. Это как разбавленный лимонный сок с вкусом витаминами, топ. Рекомендуем. Это, конечно, у тебя. Блин, все нам поить бы в России, а не в Дубае. Внесите вертолет сюда. А, у меня вертолет, который крутится. Вертолет как дуба. На букву Г. Да же так. Я сам в шоке, вот здесь внизу на какой-то сопли. Сопли, Саня. А по вкусу? Мне не очень он понравился тоже. Он там делит. Ну, это очевидно. Она прям такая приятная. А когда ты идёт снимать? Может, все время сезона? Потянет, думаешь, все в сезон. Что это? Острое. Буква Е. Ничего нет. Реально? Е. Буква Е. Что это? Скажи. Японские палочки. Нет, нет. Еда. Это еда. Ну, конечно же, это еда, очевидно. Еда троллишь. Это, короче, замена хлеба. Он еще чили. Все острое. Просто вот такая штука используется. Но, не, вот второй вкус я уже не хочу. Буква Ч. Ну, вы даже угадаете. Боже. Жвачка. Жвачка. Вы посмотрите, в какой она интересной форме. Арабская жвачка, вот так вот. По 4 штучки. Прикольно, надо попробовать арабскую. Тупо она не мятная. Она не мятная. Не поверишь. Жвачка. Магия, блин. Опа. Она тут что-то кисленькое. Что это за губач тут нарисовано? Она прям вот кисмон. Не удивлен. Эфир, когда я показал просто... эфира, как ничего не удивительного. Сладкий, вот да, я понял. Он сладкий, да, очень сочный сладкий. Чаром. А. Жопа с... Я не прав, я нашел что-то на букву И, это мне нравится. Ика. Опаночка, ну посмотри. Что, это икра, что сказали, что это икра. Выводи. Ну, я иду на... Что, воды? Пробовать это или нет? Что это? Е, буква С.
Ребятки, итак. Видимо, да. Ой, как пахнет. Эти конфетки со вкусом сухого йогурта. На сыр чуть-чуть, сплейся. Мне это есть не надо. Ну, сильно. Кошмар. Перин кол. Ну, просто кол. Ну что? Кутей, что? Кукуруза. Не удивлен. Ну, конечно, гроз. Только дерево, вот буква К. Но мы не заканчиваем. Потому что стал ардар. Типа, чё? Он такой. Переливаем. А. Пипец. Ну, конечно, наверное, уже в курсе, но он у меня лели маршмеллион, как это такое, необычный. Бим, 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 самое простое, что можно. Это тебя точно. О, черный. Сучь макароны, я пробовал их закрыть, да, я бы никогда черные. Они такие мягенькие. Это для внешнего вида, прикольчика можно макароны. Ну, это уже, очевидно, банально. Ну, приготовить. О, не так. Ребята, ой, это будет очень остро. Вообще на 10 минут готовиться, как бы. Ну, на фасочке. Ну, зачем? Где предупреждение? Сейчас я буду предупреждение, что тут ставить. Где предупреждение? Так, на. О, и у меня тоже. Ну да, буква еще П. Давай, в лицо не попади. Ну, по это легко. Он Дубай, так походу. Ни хрена, сколько тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я впервые только пробую. О май гад. Слушайте, корм соленый карамель. Да ничего. Чего? Аж приятно, что у нас... Где твой файл, блин, делится, да. Чаёчек. Рамен, называйте. Когда на упаковке слабо есть красный свет, это значит, что это должно попасть в Дубае так. Еда обычная, она может... Это всё острое. Но если на еде написано, что это острое, всё, это минус рот. Я чуть-чуть добавлю туда. Это как в Киевсе не пишут, что это не острое, блин. Острое, значит, это просто заменяется в арт. Это острота, она обволакивает. Главное, не сладкий, оно... Чё-то я рю сейчас. Чё это такое? Вон был гриб просто, ни одной дырочки, ни одной палочки, просто пашца. Как на, так и на вкус? Да, один в один, ну конечно, лучше взял. Ну, если что, ты можешь попробовать вот такую штуку. Что? Да, ну, это же вкусно. Ну вот, тут кончик в капец, как это вкусно, капец, как это кисло, я никогда не думал, что это так кисло. Сейчас представлю это. Сахар, сироп, еще и кислый в тот же момент. Я никогда не был. Смотрите, что тут кнопка, кошка фри? Толсто. Свой мультик такой тысячу раз видел. Дальше, это у нас... Парс. Тоже есть. Чипсы. Одной не сесть. С этими чипсами ты играешь. Отдают лапы. Че? Вот, чупс. И здесь чего сейчас могут чупа-чупа не все. Что? Вверх на себя он может прокатить. Чупа-чупа. Ну, ребят, я не знаю. Чупа-чупа. Я тоже купил, я что-то белым цветом был. Ладно, хорошо. Что-то не знаю. Если вы в ведре, потому что он чистый. Так ужасно все. Зачем это делать? Ну ладно. Разорвется. Так, сейчас мы будем пробовать лейс с KFC. Можно не такие? Как будто отдает этим бургерам. Вот у них есть вот такой вот бургер. Чипсы. Да, этим бургером. Это прикольно. Еще на букву. Мягко ты, блин. Да что ты говоришь? Просто внутри этот крем. Просто все. Кочка. Энергетик! Это энергетик. Не надо, ни кофе, ни энергетик. Юла. А, ну ты сейчас еды. Потому что она все замочила. Что я такое вот позитив до конца? У нас с вами. Погнали! Я надеюсь, вам получилось то не меньше.